Приветствую на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Assassin's Creed. Новая игра. Ну что ж, самое начало. Прогрузка в Анибусе. Так сказать, самый первый Ассасин, которая игрушка была создана в каком-то там году. Я уж не помню. Чтобы познать мудрость и познать безумие и друг, узнал, что и это томление духа, ибо многие мудрости, многие печали. Пришел умножать восстание, умножает кровь. Итак, что-то он пробормотал, так и не понял. Так, я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма, он отторгает процедуры, начиная откат. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Слушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картина из прошлого. Они не принесут вреда. Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз. Всегда сложно. Мы теряем его. Эй, не надо меня терять, нельзя. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся вас вытащить. Блин, наши всех порубают тут. Дезмонд. Итак, меня зовут Дезмонд. Надо не забыть. Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня, запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми. Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого... Вы будете свободны? Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз, жизнь или смерть? Ну, ультиматум хороший поставили. Ложитесь. Давай. Ложись. Мудрое решение. Итак, у нас так загрузка. Ого. Где я? Память закрыта. Внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Давайте. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности.
Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Окей, да. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Давай. Загружай программу обучения. Что-то быстро загрузилось обучение. Внимание. Поток данных нестабилен. Восстановление синхронизации. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Следуйте указаниям. Шкала синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Ага, если ага. вы рассинхронизируетесь, анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Давай. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Рука с оружием. Рука без оружия. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Осмотрелись. Хорошо. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Ну. Давай, давай. Вот так, потихонечку, чтоб ничего не уронить. Дошел. Прекрасно. Что еще? Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Вот они. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой – более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Вижу. Отлично. Как поменялся мой дисплей. Ух ты. Мы продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки высокой стойки. На. Хорошо. Вот так вот тебе. Кнопка ноги в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Только это не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Это низкая стойка. Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Так. А ты чё, почему такой ты калека? А, вот. Надо зажать еще было. Все понятно. Еще и ноги зажать. Вот так, 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 так. Прекрасно. Всё. Обломись. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Давай. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Давай. Сфокусируйтесь на цели.
Так. Выберите спрятанный клинок. Выбрали. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Оп. Вот так. Отойдем в сторонку. Что мы видим? Мы под подозрениями? Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Убийца! Обратите Прыгну. Внимание, что значок статуса поменялся на обнаружен. А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Тебе не... Давай. Труп! И вот сюда. Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Опаньки. Хорошо. Значок статуса показывает, что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. Давай, сваливай с крыши. Верно. Тебе стоит спрятаться. Все, ушел. Прекрасно. Выходит. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Вот такой вот я молодец. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Так, вы можете прятаться в самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Так, между человечками сесть, в телегу стенам залезть, в сады залезть. Ага, вот монахом притвориться. Все, да? Ну, вроде все. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Давай. Дойдите до маркера за воинами. Не вызывая подозрений. Вот так, монахом прикинуться и свалить. Давай. Вот такой я молодец. Хорошо. Вы полностью синхронизированы, и вам доступна новая возможность «Орлиное зрение». Это шестое чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Так. Прекрасно. Вот они все помечены. Да, подойти только этих кондистадоров с ведром на голове убить. Помните, что эта возможность доступна только при полной синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию. Кредо состоит из трех принципов. Первый. Не убивать невинных. Второй. Всегда маскироваться. Третий. Не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Давайте. Первый стабильный участок памяти мне сюда подайте. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Ну я маньяк. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Первую заповедь нарушил. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Вот так вот, понятно тебе? Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, важен результат. Я разведаю почву. Постарайся не опозорить нас. Ой, кто бы говорил. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня.
Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но Повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Давай, 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 вали. Да. Опа, а ты чё? Какой-то инвалид мне попался, нахрен. Вот чё ты вот спрыгнул-то, с какого бы перепуга? Ну, удерживал. Что-то ты у меня какой-то поломанный ассасин-то. Скрытно убить. И... Оп! Опачки. Опачки, попочки. Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Тамплиеры. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. И опять этот человек две заповеди еще нарушил. И у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила Кредо. А два даже и нарушил. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Это закрой рот свой. Сейчас я с ним разберусь. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Яйцо. Ну? Что-то не понял, где ты? Ну, нажмите для убийства. Так, нажмите кнопка для убийства в низкой стойке. Так. Кровь. Нет, не надо. Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Так, пальца нету, кстати, действительно. Чтоб клинок мог вылетать, палец отрубали. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Убить ассасинов. Мне надо наверх. Ну, так вот прямо и побегу. Чтобы не хитрить. Поднимайся. Ползем, ползем, ползем. А времени у нас тьма. Там всех перебили уже мы. О, переход пейзаж. К более позднему участку памяти. Ну давайте. Вот так вот я превратился в изгоя. Стал изгоем. Давайте. Альтаир, ты вернулся. Рауф, рад видеть тебя невредимым. Кореш. Задание прошло успешно? Еще. Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Все, давай, иди. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Так. Он кого-нибудь убьет. Тут есть флаги, которые
можно собирать, но я собирать их, ну, если попадутся, то буду собирать. А так пошли они, флажки эти, их слишком много, и они в таких местах некоторые есть, которые не достать. Ну, в смысле, достать, конечно, потому что иначе бы их туда не поставили. Просто я не знаю некоторые даже, как достаются. Это между городами, особенно на развалинах. Один флажок очень высоко находится. Вот. Можно, конечно, в каких-то видео посмотреть, как его достают, но я не собираюсь заниматься этим. Как я говорил, мне на эти флажки абсолютно класть. Вот она, мое братство находится там. Кстати, посмотрите, какой пейзаж красивый. Горы, горы, везде горы. Красиво. И тут пипец, наверное, холодно, когда зима. Давай, толкай. С дороги. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание – знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. Хорошо. И лучше поторопись. Тебе сейчас бежал. Нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже. Ну, ты уже сказал это. Жаль, что в игре нет того, чтобы тебе горло перерезать. Хотя, оказывается, я-то был под лицом. Вот сейчас, по крайней мере. Дай честь для нас. Как подлец себя веду, но не бросаюсь. Опа, вот такой крутой, видели? Как я умею. Альтаир. Повелитель. Подойди, расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Ну да. Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Ну, надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Выжил, падла. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Вот я напердел. Я вот достал теперь то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Ну вот так. Перемотка на более поздний участок памяти. Что ж. Блин, здесь уж по-другому бежать-то надо. Так.
Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей. Займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Давай. Вперед. Резать дебилов. Так, спрятанный клинок, 4 кулаки, метательные ножи, меч. Вот мне меч только и нужен, в основном. Все. Выберите свой меч. Он так у меня был. Ну, падай. Так. Ой. А я какую-то не потуда. Ну. Он убийца! Прочь с дороги! Давай. Ты мой! Оп! Сюда! Не путайтесь под ногами! Помогите мне! Я тебя догоню! Порезал его! Давай! Кто? Ты меня догонишь! Вернись сюда! На! И теперь на второго! А под шаг! А под шаг! Куда мне? А вот сюда. Ну куда ты? Куда? Вот так вот. Еще раз. Подрезал ему ножки. Ножки картошки. Да, пузо тебе. Вот так я придумал, здорово. Спускаемся ниже. Куда ты? Иди сюда. Ах ты, падла. Сюда. Козел. Так, я еще свою кровожадность не утолил. Беги, беги, беги. Давай. Вот там внизу по-любому они есть. Ну ладно, они. Прекратите битву и возвращайтесь в мыся. Приказ Аль-Муалима. Только спустился, блин. Только спустился. Перемотка на более поздний участок памяти. Ёж твою мать-то. Он бежит от кого-то. Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Давай. Он что, совсем идиот? Да, я такой. Мы сейчас будем делать нечто. Кстати, где-то... Ага, не здесь. Почему он несется, как угорелый? Или не сейчас? Он же думал, недоброе. Тут вот флаг будет стоять. Сюда. Встань на эту платформу, Альтаир. Подняться второй раз будет флаг стоять. Который собрать можно будет. Ну и там тоже внизу будет. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ой. Он всего лишь один. Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет.
Хорошо! Смерть они и получат! Иди за мной и отбрось сомнения. Давай. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. Без проблем. Богу! Моя нога! Да заткнись ты. Тихо. Тамплиеры услышат. Перережь ему голову, горло. Давай, 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 давай. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Давай, обрушу. Уж можешь не сомневаться. Ух ты, ух ты. Как высоко я буду подниматься? И давай. Паркур. Кто там? Ямакаси. Опа. И оттянусь. И забегу. Давай. Так вот проще будет. Быстрей. Или не быстрее, даже не знаю. Разница-то не ощущаю, чтоб особо-то было. Мы поднялись. Да, высоко было. Да. Назад, воины! Назад! Вот так я победил целую армию. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда, в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал, как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Да. Что я такой? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Кстати, почему у всех пальцы есть, а у меня одного пальца нет? Не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя. Иначе я вырву его голыми руками. Ой, ой. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. Да. И третье, рыцарский и последнее поединок. Правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Ой, все, кого ты... мы потеряли сегодня, на твоей совести. Хаттабыч, помолчи. Мне жаль. Поверь, но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Давай, режь. Мир над тобою, Альтаир. Зарезал. Козел. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди. Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Давай, мне на кривом столе тоже, знаешь ли, лежать не очень-то удобно.
Давай. Встаем. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!